Скажите, а сколько лет вашему коллективу уже? Тот, который в Америке. В Америке мы впервые начали в 2003-2004 год. Да. Очень мистические, могу сказать, что и с одной стороны неожиданно, с другой стороны, в прошествии уже многих лет понимаешь, что вообще ничего случайного не бывает. Такое замечательное место в Америке есть Вудсток, знаменитый городок, откуда пошел вообще весь рок. В 69-м году там был знаменитый фестиваль. И что мы туда попадем, вообще никогда как-то даже и не думалось. Но вот приехав в Америку, мы попали в апстейт Нью-Йорка, то есть это было к северу от Нью-Йорка, и просто приехали посетить этот маленький городок Вудсток. Вечером пошли на концерт, такой знаменитый Джойс Лейк. Там был ансамбль Wolves, волки. И мы так, там было очень много народу, мы стояли в первом ряду, и почему-то этот главный их исполнитель, индеец. И он так на нас смотрит, а там какая-то песня такая, он так на меня и вот на Славу. You are from here. You are from here. I am from here. You are from here. Что значит? Я отсюда. Ты отсюда. Ну так, ничего себе. То есть это как мистика какая-то. Потом выходим на улицу, полнолуние, луна такая светит огромная. Речка течет. В общем, мы как даже как будто попали в какое-то непонятное вообще, что что-то с нами происходит, какая-то мистика. Woodstock didn't start with the Woodstock Festival. That was just one more stop along the way. But it's a very special place, and I think it's been special since humans were around here. There is a definite spiritual energy in this area. There's a lot of different religious centers. The Tibetan Kagyu lineage has a big monastery. It seems to be a special place. For years, for 100 years now, Woodstock has been a power place for creators, for musicians and artists and poets and writers. И так получилось, что мы за месяц купили там дом. Ну, поскольку мы классические музыканты, я оперная певица, и всю жизнь пела и пою до сих пор классику, и Слава классический скрипач, мы выступали с классическими концертами. И после одного концерта к нам подошел продюсер Карлито Стид такой, у которого своя студия звукозаписи в Вудстоке. И говорит, а что вы все время вот это вот все свое, вот эту вот классику да классику, а ты что, не можешь что-нибудь там рок? Ну как-то, да не знаю, не пробовал, что это такое, как? Не до всего добрался. Ну давай, приходи ко мне и попробуешь. И, ну я Славе сказала, ну пойди, что там дурака поваляй-то, подумаешь ночью. И он пошел, часов в 9 вечера ушел, в 5 утра он пришел. И был там Слава, и был еще Крис Залун, такой известный басист. И вот они что-то творили, Слава на своей скрипке Горянина, акустической. Карлито, вот этот продюсер наш, он все записывал, все, каждый звук на диск. И Слава пришел и принес этот диск. Я послушала, думаю, а что-то в этом есть, что это такое? Это музыка как состояние, ощущение, даже непонятно. Причем это полная импровизация, полная. И я подумала, а что, я тоже хочу попробовать, ну-ка я пойду. И в следующий раз пошла. Ты не понимаешь, откуда у тебя происходят эти вообще звуки рождаются. В 4 часа утра ты берешь верхнее до, ре. Ну так вот тут надо распеваться где-нибудь перед каким концертом, там беречься. Ну почему вообще? Просто из тебя изнутри льется музыка. Все находятся как в одном каком-то вихре.
начинаем творить какие-то вещи, вот чисто импровизационные. Я даже по-английски стихи на ходу тоже пела, есть эти записи, их очень много. Вот. Ну и вот много лет мы там прожили и выступали с этой группой, с замечательными музыкантами. Love the band. The music is like no other music I play it with. I actually never heard, so when I'm playing it, I get to be fully self-expressed, because everybody with you has this chemistry of expression, and everybody's just given a lot of energy. And I'm opening up my ears, I'm listening, and I'm thinking, wow, this is really blows me away. So I'm really having a great time, and thanks for having me. It's beautiful. Totally crazy, but it's all really good crazy. Just so much passion and intelligence, and just this incredible wild energy that you guys bring to everything that you play. It brings out the craziness in me, which is a good thing. I think these guys are great, and I love the marriage of the classical music and the rock dance rock mix. I think it's been perfected. These guys have a vision, and they know what they want. I love being able to try to capture some of that. Well, for one thing, with Improvka, there was an experience that was so very unique because of the people that were involved. I think there was nothing else like this being done everywhere. And you know, there were other groups, you know, making music, but there was such a purity to the expression of what Improvka was doing musically that I couldn't get enough of it. It was fantastic, you know. It was a great opportunity to express in any way. In addition, the honor of playing with such accomplished players as Olga Diachkovskaya and Sviatoslav Moroz. The whole thing was like a Slava sometimes would say. It was like special energy from space. It was like a convention of spirits and creative energies that was like nothing else. Обстоятельств, мы больше сейчас находимся в России. Мы подумали, а почему бы у нас в России не сделать то же самое? Вот такую группу.
Да, название «Имправда» родилось там, в Вудстоке. Это так игра слов, как бы «Improv», значит, импровизация, «improvisation», «Имправда». Ну, такая игра слов, вот просто как бы и русское, и английское название. Вот, и приехав сюда, мы, в общем, нашли замечательных, ничуть не хуже, чем в Америке, музыкантов. И вот в этом же самом направлении мы сейчас работаем здесь, в России. Поэтому это, конечно, не только имеет право на жизнь, это замечательно, потому что это вполне уникально. А с точки зрения нужности, конечно, это прорыв. Это как я к этому отношусь, да. Я с удовольствием это наблюдаю, импровизацию. Вот. Но импровизация – это вечный канал какой-то. Это значит, нужно постоянно в этом что ты не находишься в рамках каких-то. Я могу делать то, что вот просит моя душа, то, что я хочу. Здесь мы каждый сам себе хозяин. И когда вот мы творим вместе, один одно предложил, другое предложил. Кто-то с этим согласился, кто-то нет. Нет давления такого, что вот мы, прежде всего, два солиста, а вы все там сзади делаете то, что там мы вам скажем. Этого совершенно нет. У нас каждый является солистом, каждый может как единый, внести да. свое... Ну, идею, предложение, мелодию. Так сказать, можно сделать звук из чего угодно. Самое главное – уметь это сделать. И все. Остальное уже дело компании. Если есть компания хорошая, то все будет нормально. Потому что иначе никак. Слава запел. Все сначала да, смеялись, говорили, как это так, что это что Мороз, Бориса Моисеева отнимаем хлеб. Да, Мороз будет петь. Что? Еще с Борисом Моисеевым сравнили здесь. Ну ничего, в общем. Нет. Глаза мерцают бесконечным светом. Из глубины непознанных небес. Оля не хотела петь на свои стихи. Это была моя идея, потому что если я пою песни на свои стихи, то ну и что, ну и молодец. Ну, Земфира же поет. Ну, все поют, да, стихи. Арбенин. Это как-то не... Ну, не считаю, что это такое уникальное. Тем более, что я певица профессиональная. А когда скрипач играет на скрипке так вот, как он играет, еще и что-то поет немножко мои стихи. Есть надежде. А еще вот то, что я забыла сказать, что что еще плюс большой, то, что мы в России занимаемся этой музыкой, это, на мои стихи мы пишем песни, мы все вместе, не кто-то один композитор, а вот мы все вместе сочиняем и аранжируем. Вот вышел сборник, у меня тоже здесь в Москве события. Случайно. Да, называется «Никогда не бывает всегда», издательство «Галерея». Да. Сейчас хотим второй. Да. А, и Славина здесь рисунки еще. Потому что Слава у нас еще рисует. Это с его иллюстрациями. Такая да. книжка. Так что это тоже большой плюс здесь, в России, что... То, что в Америке трудно перевести ну, художественный нет, перевод. Нет, в переводе это все мы не... Мы пытались, но трудно, сложно. Растворяюсь в твоей темноте. Ненавижу тебя и люблю. Ненавижу тебя и люблю. Думаете, российская публика готова
к такой новой музыке? Российская публика готова, в принципе, публика готова. Я тут как-то не разделяю, что вот американские. Не готовые менеджеры и продюсеры, они никак не могут понять, в какой. Продвинуть этот проект сложно. Мы пытаемся, потому что сейчас в основном люди хотят сразу быстро заработать. Да, сразу заработать, и они понимают, а куда вас это самое. Когда мы говорим на неоклассик, они говорят, а это что, как Ванесса Мэй, что ли? Я говорю, да нет, более там разные планы. Но есть же полно при этом авангардных фестивалей по России, везде, под Москвой. Ну, просто трудно действительно попасть. Состояние ввести большой зал, я не имею в виду консерваторию вообще, это не так легко, потому что это же большой риск. Поэтому этот жанр, он очень, ну, хрупкий с точки зрения выживания. Почему я сказал, что это хрупко? Это не значит, что это плохо, просто что это очень ответственно. Это значит образ жизни, это значит много-много всего. Поначалу выбирали, даже не могли понять, что это. Но теперь потихоньку по миру это направление подхватывается и называется неоклассика. Потому что мы используем классические произведения, мы используем рок, джаз, фьюжн, блюз. Новое направление – это синтез всего. Я так думаю, что это музыка будущего для всех, не для конкретной публики, а все-таки для большинства. Надо сделать так, чтобы она вот в нашей стране, наш народ, можно так сказать, да, он эту музыку принял и понял. А для этого нужно, чтобы прошло время какое-то. Чтобы вот понять неоклассику, вот каким надо быть человеком вообще, чтобы вот... Я не вижу, ну какой зритель, ну что, вот ты вышел на сцену, есть отдача от зала. В принципе, она есть всегда, только, к сожалению, залы иногда не приспособлены, залы иногда бывает слишком громко в таких закрытых помещениях. Да, мы видим вот этот проект на каких-то открытых площадках больших, больших, где народ может и ходить, может сидеть, может встать. Типа как нашествие. Но ни в коем случае это не рестораны, где человек пришел там напиться и покушать. А не клубные, да, тоже. Да, ему тут что-то такое, а в море поют или еще что-то. Выступали много раз вот у Саши Рукавишникова, такой арт-кафе «Рукав». Вот это такой авангардный большой зал. Вот это подходит. Да. Просто, то есть они уже есть, эти люди. Просто я думаю, пока это, наверное, не какие-то тысячи людей, которых можно продать билеты там и пригласить, организовать концерт. Хотя почему и это не рискнуть сделать, в принципе. Но сначала фаны должны быть. Я не знаю, вот они наверняка есть. We'll be right back.
можно слушать неоклассику? Для людей, которые приходят на наш концерт, приглашаем на наши концерты и советуем послушать нашу музыку, прежде всего, чтобы получить удовольствие, это раз. Но еще потому, что это интересно. Все новое – это интересно. Опять же, возвращаясь к Вудстоку, наш продюсер Карлито Стин говорил: «Guys, you don't know what you're doing». Я не знаю, что вы делаете, but you gonna save the world, что вы спасете мир. But remember my words about that. Запомни мои слова. Ну, мы, конечно, смеялись, но мы надеемся улучшить этот мир нашей музыкой.